Испугаешься? Первое. Ну давайте я первый. А пилот вы, да? Но я даже автомобиля не доверяю женщинам, а вы мне тут. Привет, медведи, медвежатые, медведицы. Всем отличное настроение. Наступили очередные выходные. Что-то дома сидеть, попробуем полетать на дельтаплане сегодня. Ну и так прогуляться по различным тут интересным местам. Музей, какое-то зодчество, культуры и быта старой Беларуси. Ну что, пробуем? Угу. Руку внутрь. Это же теплее было, да? Это же никак не спасет, если не пришла. Теплее, конечно. А, или чтобы это, мягче падать было. Девушка и еще девушка. Сейчас там по сертификату. Да, сейчас я лечу. Держаться можно вот тут сбоку. Угу. Шнурочка у вас там нету. Вот у этой штуки. Не вылетит. Держите ключ тогда. Удобно все? Все отлично. За эти ручки не держимся, за тросики, за мои ремни тоже не держимся. Только сюда. Только там или держите крепко свою штуку эту. Держу крепко. Вот. До полной остановки ничего, пожалуйста, не снимайте, не расстегивайте. Я вам помогу или кто-то из наших подойдет вам. Хорошо. Привет, медведи, медведицы, медвежата. А, минутка. Воспитание, так скажем, да, кастов, ну или правильных вещей, или видения на то или иное. Вот, оленизм, все любят говорить об оленизме, учат, как правильно жить, что женщина должна за тебя платить, должен быть общий бюджет. Я расскажу на своем опыте. А у меня нет общего бюджета, есть только один бюджет, это семейный. А так как семья моя, значит, и бюджет он находится у меня. Я занимаюсь распределением средств, финансовых потоков и так далее. Все уходит в одну копилку, копилкой распоряжаюсь я. Я царь в семье, я бог в семье и так далее.
Что касаемо тратить или не тратить деньги на женщину, я считаю, что это вообще глупый вопрос. Что значит, если ты потратил на букет, или ты там потратил на, на колготки, памперсы, там, или прокладки, что там чем-то у вас женщина пользуется, то все, ты сразу записываешься в ранг оленей. Ни хрена. Оленизм — это не то, что ты потратил лишнюю копейку на свою женщину. Оленизм — это когда ты что-то делаешь для женщины, она об тебя ноги вытирает. Ты приносишь зарплату домой, она об тебя ноги вытирает. Она тебе что-то там пытается запрещать. Она, я не знаю, пытается тебе постоянно выносить мозг. Она пытается постоянно тебя во всем везде контролировать. Она пытается ограничивать твое личное пространство. Она не уважает тебя как мужчину, как самца. Вот это вот называется ленизм. А ты это все терпишь, ты это дальше все делаешь, да, свои мужские там дела. Вот это вот ленизм. Забочусь о женщине, да, я ее одеваю, кормлю, куда-то вожу, там отдыхаем вместе и так далее. Ну, я взамен тоже получаю. У меня убрана квартира, постирана, поглажена, я накормлен, сыт, доволен. В интимном плане тоже все в порядке, в полном. Но что я должен ей дать взамен? Просто, ну, я не привык так, что женщина — это раба. Нет, ни в коем случае. Поэтому, ребят, нужно прекрасно понимать, где эта грань оленизма, а где грань не оленизма. Я не считаю, да, что там у тебя женщина обязательно должна быть девственницей. Это не мой типаж. Ну, не то, что, блядь, опять говорю. Я не считаю, что твоя женщина должна быть там обязательно девственницей и так далее. Я единственное, что я против РСП, об этом всегда заявлял, и к этому никогда не приду. Был у меня там, я 2 месяца пожил с РСПшкой. Съебался оттуда по-быстрому. Ну ладно, это отдельная история. Ладно, ребят, понимаете, что такое быть оленем, а что такое не быть оленем. Обычно мужское движение, оно радикально сейчас очень. И этот же радикализм, он сам себя шкварит. Один, блядь, говорит, что РСП зло, в это же время поддерживает отношения с РСП, встречается с ней, спит с ней и так далее. Тратит же на нее те донаты, которые вы ему посылаете. Другой под песню гея, под гейскую песню, танцует в трусах, стриптиз. Да, третий, блядь, живет с какой-то бабой, порванный, конченый, наверное, скорее всего. При этом говорит, что вы все лохи, петухи. Потому что у вашей женщины когда-то там было что-то с кем-то. Да, я согласен, когда там хуево туча хуев перебывала. И как правильно, вы меня поняли. Либо эта женщина, в принципе, адекватна, она дарит вам любовь. И вот пока она дарит вам свою заботу, любовь, нежность, ласку, теплоту, вопросов нет, вы ей что-то взамен должны давать, правильно? Ну, это, скорее всего, патриархальный взгляд у меня, да, то есть вот я живу по патриархальным взглядам. А МД, оно само по себе сейчас настолько разрознено, настолько оно, я не знаю, дестабилизировано, что они сами уже запутались, где что правильно, как правильно жить, как правильно строить отношения. Что такое олень? Хорошо ли жить с РСП, либо плохо жить с РСП? Потом переобуваются, потом всякую хуйню творят. Вот это вот, ребят, неправильно совершенно. Так делать нельзя. И
Я считаю, что ребята, которые поддерживают этих блогеров, они очень сильно заблуждаются, они в конце концов сами запутаются в своей жизни и очень сильно на этом обожгутся. Потому что те тезисы и ту теорию, которую преподносят вам некоторые МДшники, она в итоге вас приведет к тупику. Вы просто встанете вот так в тупик, упретесь, скажете, а что дальше? Вот и все. Поэтому, ребят, не будьте оленями, будьте мужчинами. Если женщина начинает ебать мозги, если женщина начинает вам противоречить, если женщина начинает, перестает, вернее, уважать вас и ваше мнение, если вы перестаете в своей берлоге быть медведем и хозяином, вот тогда нахуй. Но если вы это продолжаете терпеть, ну тогда вы олень. Все просто, элементарно. Дима, меня заклинило тут чуть-чуть. Иди сюда. Я не могу довернуть педаль. Блин, хорошо, что вас заклинило, когда мы приземлились. Да нет, нормально. Я не могу вывернуть ее до конца. Чего? Не знаю, я давлю, вон столбик. Да, и выверну. А? Скорость, сейчас гляну. Не-не-не. Я ее толкаю, но... А чем ты столбик снесла? А, да? Чем? Чем крылом кусочком? Ну, вот тут вот, лизячек, в смысле. Это вы специально так говорите, а? Да? Что? Это вы сейчас специально это все говорите? Что говорите? Что там... Не, на самом деле я вывернуть не могу. Это штатная ситуация, да? Погоня. Нормально, радио. Помогите стегнуть. Ну как там наверху, вам понравилось? Наверху понравилось, но только когда пилот уходил резко вниз на снижение, у меня щекотало все, вообще все. Представляете, есть адреналин такой полет. Там постоянно он уходит куда-то вниз. В следующий раз я его испробую. В этот раз не хватило ощущений. Три раза круче.